Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Бог войны 2. Мы продолжаем двигаться дальше вдоль храма, я так полагаю, вещих сестер. Ну что, давайте подберем ящичек. Ага, отлично. И что же делать дальше? На цепь прыгать, да? Да, опа-на! А цепь сломалась. Ладненько. Ну, давайте активируем. Ну-ка, посмотрим. Угу. Ничего себе. Надеюсь, меня тут не поджарят? А-а-а. Как интересно. То есть... Я как бы должен, по всей видимости, тут какую-то головоломку решить. Мэры требуют огненного жертвоприношения. Ага. Давай-ка. Опа-на. Еще раз. Да чтоб тебя. Иди-ка ты нахер. Так тебе. Есть. Давай. Опа-на. На. Во. Здорово! Короче, надо просто захват делать. И нормально все будет. Давай-ка, крути! Ах ты, зараза! Меня тряхануло. Тихо. Да иди-ка ты нахер! Во! Все. Ах ты, зараза, а? Так тебе. Во! Пам! Все. Давай. Ее пока там стримает. Быстрее ты крути эту штуку. Во! Неплохо. Угу. Еще одна. Да чтоб тебя, а? Ну ладно. Не раз. Да давай ты ее. Так тебе. Во! Есть! Неплохо. Все-таки хорошо, что я прокачал клинки Афины, да? Во, ну что, все? Да, накормили мы ворота кровью огненной. Это очень здорово. А что здесь, смотрите, здесь какой-то кровавый бассейн. И хер пойми, что это. Ну ладно, давайте-ка откроем ящик. И что, нырнем? Да, нырнем, куда-то нырнем. Даже какой-то дефект у нас открылся небольшой графический. Но думаю, это не критично. Вы гляньте, а здесь что-то прямо потонуло много. Давай-ка, Кратос, плыви. Что у нас? Ох ты, ё-моё, тут ворота у нас. Надо плыть аккуратнее. Во, все. Ломаем это дело, естественно. Угу. Давай. Вот так. Да ё-моё, ну Кратос, ну ломай ты своей башкой уже эти вещи. Давай-ка еще раз. А он не хочет ломать. Он просто не хочет ломать. Да ёлки-палки, Кратос, ну ты чё? А я могу эти вещи сломать? Постойте. И раз. Нет, я могу только врезаться в них, и все. И что это нам вообще дает? Куда это мы сейчас попадем? Где-то всплыли. Угу. Где-то тут. Ух ты, ящики! Здорово! Давай! И смотрите, так прямо приличное количество из них сфер выпадает. Мы даже, наверное, сейчас можем что-нибудь прокачать, я не знаю. Копье судьбы, может. Угу. Ярость крона, увеличение количества цепей, клинки Афины. А, давайте-ка, я думаю, мы молот качнем. Нам нужно оружие, которое будет наносить урон в ближнем бою. Хотя, постойте, погодите. А можно, в принципе, и вот это дело качнуть. Потому что с тем молотом я не могу ворачиваться. Может быть, копье судьбы попробовать? Либо магическую способность. Давайте-ка ярость крона увеличим. Точнее, ярость крона. И посмотрим, что у нас здесь будет. Больше врагов, увеличенный урон. Нормально так. 15 тысяч! Вы что, охренели? Ну ладно. 15, так 15. Что у нас здесь? Замороженная птица. С рычагом каким-то. И там что-то как-то насквозь все просвечивает. И что делать? Куча рычагов и непонятно, что делать. Эту головоломку нам надо как-то решить. Ну, давайте будем решать. Что делать будем? Ну, давайте попробуем крутануть хотя бы один и посмотрим. А-а-а!
Как интересно. Я, кажется, понял. Тут надо их как-то вместе собрать, да? Только... Нет, постойте. В другую сторону крути, Кратос. В другую. Вот. Ну, вроде как-то так. И... Что? Получится ли у нас там все? О, что-то даже как-то открыли. А это что такое? Это что это? По всей видимости, эта штука, она, знаете, как бы то ли отражает, то ли еще какая-то хрень. Но это я не смогу открыть, потому что здесь, видите ли, да, этот, как его, блок. Так, а ну-ка, может быть, это теперь крутанем? Нет. В другую сторону, Кратос, в другую. Стойка. Назад, назад, назад. Нет, нет, не то. Во, наверное, вот этот вот. Да? Смотрите, вроде как все, да, все сходится. Все охренеть как сходится. Вроде. Вроде как сошлось. Ну-ка, погодите, что нам сейчас дадут. Что-то непонятно, что-то дало это все нам. А что именно? Хрен его знает. Так, погодите. Может быть, как-то этот рычаг... я не знаю. Надо что-то еще посмотреть здесь. Может быть, какие-нибудь здесь есть элементы, которые мы не задействовали? Нет, ну это-то мы понятно. Как бы решили. А что дальше? А, стойте, вот это вот, вот это вот. Это, по всей видимости, решает, куда он будет стрелять, да? Я так думаю. Скорее всего. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Вот так вот, раз. Куда ты? Вот сюда вот. Я не понял. Ну, давай сюда тогда. Если уж на то пошло. Вот где точка отсчета тогда у нас? Да давай ты крути уже. Во. И вот сюда. Наверное, эта вот штука как раз и решает, куда будет делаться выстрел у нас. Ну-ка, если я прав, то должно все быть более-менее то, что я думаю. Не, ни хрена. Хм. И что ж тогда мне делать? Что же мне тогда делать? Погодите. Может быть, как-то... Как-то я могу это дело развернуть? Либо... Ага, смотрите, а там вдалеке цепь видна какая-то. Ха, забавно. Я еще и сюда могу поползать? Ничего себе. Ну-ка, давай-ка. Опа-на. На, да ломай ты это дело. Во! Что это такое? Что-то отломали. А, свет, свет. Все, теперь мы сейчас как бы вот эту вот штучку применим. Да давай ты ломай уже. Во. Все. Есть. Давай, 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 давай. Во. Все, сейчас здесь сломаем. И осветим это дело. Давай, 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 давай. Так тебе. Все, это тоже? Есть. Слушайте, кажись, все уже поснимали, да? Кажись, все, да. Ну, теперь давайте будем как-то... Я не знаю. Ну-ка, свет отразится, если я сюда сейчас. Да, смотрите. Неплохо так отразилось-то, ё-моё, вы что, сдурели? На тебе. Еще раз. Ах ты, тварь. Ну ладно. А ну-ка, кстати, давайте-ка воспользуемся новой способностью. Что она делает-то у нас? А, уже поздно пользоваться. Ну ладно. Ящик подобрали. Может быть, что-нибудь еще мы можем здесь сейчас как-нибудь, не знаю, подобрать, что-нибудь сделать. Ну-ка, погодите, у нас тут где-нибудь еще падает? Да, падает, смотрите.
падает, все есть. Давайте-ка мы это дело оттолкнем. На! Вот так вот. Ой, как пролагало-то. Что это сейчас было? Угу. А может быть, по сути, вот так вот? Нет? Нет, к сожалению. Это немножечко не так, как я хотел. Ну а что делать? Вариантов не густо. Тогда давайте будем двигать в другом направлении. Там ведь тоже у нас куда-то все это дело ведет. Давай-ка, во, все. Так, и давайте-ка толкаем сюда. Внизу-то ведь тоже что-то есть. Может быть, как-то туда все это дело у нас сможет продвинуться и посветить, осветить вот эту вот. Тут у нас что? Угу. Ну, это понятно. Это мы сейчас смотрели. Во! Во! По-моему, как раз то, что нам нужно. Да ну нафиг. Вы что, серьезно, что ли? Ой, блин. А может быть, погодите. Может быть, надо вот сюда вот? Ну-ка. Давай-ка вот сюда. Да давай ты двигай уже. Блин, а чё ж за прикол-то такой? Почему он сюда не хочет двигать? Странно. Давай ты. Еще раз, пульни куда-нибудь. Не-не-не-не, это, погодите, это фигня полная. Так дело не пойдет. А сюда, если я пододвину, здесь тоже что-нибудь найдется. О, и сюда могу. Ничего себе. Могу как бы и сюда. Но тут уже ничего, в принципе-то, и нету. Хм. Интересно, и как быть тогда, ребят? Как быть тогда? Ну-ка, давай-ка вот сюда. Ага, то есть я куда-то вот сюда подвинул. А что-то дало? Непонятно. А может быть, постойте, может быть, это какой-то пароль своего рода? Тут у нас вот на этих ничего не написано? Ничего. Надо подумать. Тут вот, короче, смотрите, я забыл одну сосульку сверху сбить. И сейчас мы вот сюда вот поднесем этот. Может быть, что-нибудь да как-нибудь сработает? А-а-а, смотрите, как интересно, да, получается? Вот что мы теперь можем. Теперь мы должны все это дело продвинуть дальше. Так. А ну-ка, глянем. На нужном ли месте? Да, все, смотрите, как получается. И теперь нам остается только остальное все подогнать. Как следует. Во. И. Во, отлично! Ну, теперь это все проще, я думаю, будет. Сейчас мы сможем, в принципе, практически каждую эту открыть. Слушайте, а что так заиграла музыка, как будто какое-то боевое действие сейчас начнется. Давай, 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 давай. Во, давай-ка вот это вот жги. Ну-ка, посмотрим, что здесь. Раз. Опа-на. Во. Давай-ка дальше. Ага, там мы были, там мы были. Ну-ка, давай-ка вот здесь. Давай-ка вот здесь. Жги. Жги. Опа-на! Неплохо. Прямо в сундуке, я чувствую, мы сейчас здесь все соберем. Во! Все. Блин, почему такая музыка играет, как будто, я не знаю, битва идет какая-то. Странно это все. У-у-у. Отлично. Давай-ка теперь вот это. Смотрите, там кто-то есть. Там чья-то рука торчит. Да давай ты, ё-моё, крути этот рычаг. Во! Всё. И осталось, в принципе, последнее. А, стойте! У меня есть охерительная идея. Стоять. Сгори в адском пламени. Ну-ка, на! Ему насрать, он стоит и улыбается только. Ладно. Ну и последнюю давайте откроем.
Да давай ты, ёлки-палки, во. Ну, ё-моё. И так, всё. Теперь вроде как все замечательно. Ну, давайте будем собирать плоды наших трудов. Что у нас здесь? Тут у нас сундук. Прокачка, по всей видимости, да? Да, ух ты! Еще одно перышко, и мы сможем неплохо так, в принципе, качнуться, я думаю. А здесь, наверное, глаз, да? Недурно. Недурно. И здесь, вы гляньте, сколько очков прям собираем, это же с ума сойти. Такое количество приличное, я бы сказал. Все, ну и где этот наш? А куда он делся-то? Стойте, я что-то не понял. А, вот он. Ах ты, зараза, Кратос, на тебе. Так, опа-на. Есть, есть. Слушайте, крылья кары классно атакуют. Блин, а. Ну-ка, на-ка, новый разряд. Все, слушайте, нифига себе я разряд даю. У них просто шансов нету. А если еще учесть, что эта атака как бы на несколько врагов одновременно, то, я думаю, весьма неплохо. Это нам здоровски поможет в наших приключениях. Тут ни хрена нету, но давайте двигаться дальше. Смотреть, что у нас здесь. Опа-на. Что это? Угу. Летающие эти твари. Ух ты, да я походу в целый улей попал, да? Придется немного повозиться. Опа-на! Опа-на! Все. Есть. Давай, 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 крути. Так. Еще раз. Крути, 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 крути. Ах ты! Вот еще раз. Ну, смотрите, а. Сколько же можно? Давай, Кратос. Я верю в тебя. Ах ты, зараза. Давай, давай. Куда ты? В другую сторону. В другую сторону крутим. Опа-на. Куда-то поднимаемся. Куда поднимаемся? Ух ты! Ну ладно, твари. Все, ваш час настал. Давай, всех замочить. Всех убью, один останусь. Так. Улей разнести нам надо. Во, все. Никто не уцелеет. Так. А что, я сюда могу, да? Да, все. Сейчас я, короче, с ними разберусь для начала. А то ведь они нам не дадут спокойно ничего делать. Угу. Давай, 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 давай. На! На, давай еще раз. Во, все. Ломаем. Давай, давай ты. Вот так вот. Еще раз. Ну сколько ж можно? Во. Все. А я-то, ё-моё, думаю, там на скорость надо, оказывается, все проще. Ну, хотя бы с них опыт выпадает, какой-никакой. Во, давай, давай. Ну давай ты. Так. Угу. Все, да? Разобрались с этой проблемой. Ну, теперь давайте. Блин, так приземляется всегда. Такое чувство, еще чуть-чуть и разобьется наш Кратос. Но пока вроде более-менее все это дело обходится. Где у нас там этот крепеж, крепление, куда нам надо цепляться? О, давай, давай, давай. Погнали, погнали наверх. Угу. Здорово. Куда мы прибыли? Ну, куда-то сюда. Так. Ой, куда-то попали. А что здесь делать-то? Что-то немножечко не... А, вот, все. Как раз здоровье нам очень и очень. Надо подбирать ты, Кратос. Во. И магия, естественно, лишней не бывает. Угу. Но остается нам двигаться только дальше. Посмотрим, что у нас здесь. Ух ты, сколько сундуков, но тут какая-то арена. Чую я, бой будет. Ух ты, ненавижу этих тварей. Блин, они этих отрыгивают, своих песиков. Давай ты. Опа-на. Опа-на, давай, давай. И еще раз.
Так. Есть, 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 давай. Так тебе. Да чтоб тебя. Ладно, тогда я тебя так забью. Давай, 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 давай. Все. Все, походу, да? Замочил. А, блин, вы гляньте, а. Каждый раз новые появляются. Мне это не радует. Ну ладно. Так тебе. Давай, ты лупи их всех, пока не стало слишком поздно. Так. Давай, 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 давай. Так тебе. Все. И осталось с этими разобраться. Да захватывай ты уже. О, все. Да блин, зараза, а. Что ж вы делаете-то? Чё-то вас больно многовато здесь, ребята. Ой, блин. Ух ты, ничего себе я там устраиваю сатану. Нормально. Так. Давай ты лупи. Во. Все. Давай, 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 давай ты к этим. Во. Забирай очки ярости. И у тебя надо тоже забрать это дело. А, я просто замочу, походу, уже, да? Ну, неплохо. Давай, 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 пошла, пошла. Во. Неплохо. Неплохо. Так. Есть. Давай, 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 давай. Это у нас что? Это у нас ярость, да? Ах ты, зараза. Ну, ладно. Ах ты, зараза. Смотрите, что делают, а. Захватить. И убить. Так. Давай, 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 давай. И еще раз. Опа-на. Все. Надо, короче, яростью их всех отвлечь. Опа-на. Блин, зараза, все-таки замочил меня, падла. Ладно, давайте попробуем еще раз. В общем, тут нам надо действовать крайне грамотно и аккуратно. Угу. В общем, накапливаем ярость, я думаю. О, так тебе. Есть. И в тебя обратно. Да чтоб тебя. Еще раз. Зараза. Да ёб твою налево. Блин, они вот этими пучками своими, знаете ли, больно бьются. Так. Ярость накапливаем. И еще раз. Да чтоб тебя. Еще раз давай. Блин, от блока так хочется сработать. Во, давай, давай, давай. А, он своего стреляет. Все, замочили. Так тебе, давай. Все, надо с ними разобраться, они нам ходу не дадут. Во, ярость, ярость. Блин, а. Вот только этого мне не хватало. Давай. Вы гляньте, они все превратились в этих тварей. Вот это уже не есть, хорошо, я вам скажу. Так тебе. Давай, все. Замочили, да? Да, походу замочили. Еще раз, давай ты. Так тебе. Все. И еще раз. Давай. Все, 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 все. Нифига себе, псинку подбросил ты там. Так. Блин, 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 блин. Тихо. Во. Понеслась. Все, всех завалю нафиг. Блин, я правда и этих убиваю. Ладно. Давай-ка открывай, открывай, открывай. Так. Все. Захват. Блин, опять что ли собак родили? Да ё-моё. Надо их как-то между собой стравить всех. Давай ты ярость. Так тебе. Блин, вы гляньте, что они вытворяют, а. Так. Давай ты. Опять этих мелких. Да вы задолбали призывать их уже. Их же бесконечная так армия здесь будет. Мне это не нравится. Так тебе. Во, давай, давай. Все, понеслась. Понеслась. Так. Так тебе. Давай ты. Сколько ж вас бить-то можно, а? Еще раз.
Давай. Вот смотрите, превратится сейчас ведь, да? Блин, а? Все-таки сейчас, походу, превратится. На тебе. Есть. Ух ты. Тихо. Вали собаку. Во, в своего попали. Так тебе. Да чтоб тебя. Блин, а? Ладно, короче, надо с этим разобраться хотя бы. С последним псом. Во, с этими будет попроще, я думаю. Ну все, ребят, теперь вам задница. Давай ты их уже. Ох ты! Блин, а блок-то не работает так. Так. Есть. Ах ты, зараза. Все, захват. Мне бы сейчас здоровье не помешало бы. Вы гляньте, тут прямо бой на грани у нас идет какой-то. И так тебе. Опа-на. Еще раз. Все. Ну и добиваем его. Да, вот эти вот собаки, это прямо настоящая напасть какая-то. С ними надо быть поаккуратнее, иначе убьют нафиг. Просто мясом задавят тупо и никаких шансов не оставят. Поднимаемся. Давай ты поднимайся. Надеюсь, там есть ящики, чтобы восстановить хоть что-нибудь. Да нет, походу, ни хрена здесь нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я спрыгнул, а может быть, какой-нибудь секрет здесь есть, кто знает. Ну ладно, друзья, думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим и продолжим уже, как обычно, все в следующей серии. Я с вами прощаюсь, с вами, как всегда, был Андрей Доцент, не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. И если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх, мне будет очень приятно, а также, если вас интересуют другие прохождения на моем канале, включая прохождение по другим видеоиграм, связанных с Богом Войны, то в описании под видео есть ссылочки с плейлистами. Рекомендую к просмотру, а также не забывайте заходить в группу в ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем пока!